Значит, я взял письмо, вклинил вот эту фотографию. Почему? И разговорился, я теперь могу о чем угодно говорить, я всему научил. Можете отключаться. Но и все-таки это тоже учеба. Вот перед нами, допустим, да, тут, скорее всего, ну, почти все варианты прививок. Ну, ладно, допустим, вот это. Ну, в самом центре вы уже видите. Правильно? Лучевая капиллярка. Вот она, вот она. Вот. Я ее одобряю. Правильно? Левее, вот слева, простая капиллярка. Я ее тоже одобряю. Но нюансы какие? Здесь замок получается. Может быть, он даже чуть-чуть по качеству приживаемости хуже. Вот видите? Если курсор мы видно. А вот это лучше прилегает друг к другу. Но зато от ветра падает. Ну тогда надо подвязывать. А бывает подвяжешь, оно и с подвязкой падает. Все бывает. Короче, вот эти два способа. Плюс расщеп. Ну, искать расщеп. А вот опять же по центру. Расщеп. Вот он, видите? И, друзья, все! А почему все? Еще бы я потратил, ну, наверное, считанные минуты. Давайте посмотрим теперь справа. Если вот сюда воткнул веточку, вот сюда, черенок, то вот это все, тут есть шанс, что все это зарастет лучше, а здесь уже не так. Здесь получается большое пространство, страшнющая рана, поняли, да? Давайте еще сюда глянем. Вот это опять вживили сбоку. Вот сюда, вот. И опять все остальное, оно начнет сюда мороз, сюда мороз, мороз. И получается, приживается эта веточка, но только в южных краях. А в северных со этой страшной раной, вид сверху, видите? Это все погибает. Так? А возьмем теперь вот это вот, это называется прививка почка. Я очень коротко, вы поймите, я вот сейчас заменяю недельный курс этих в университете. Вот сейчас, прямо сейчас заменяю. Ну, наглядно, любой может повторить даже без этого. Только глядя на картинку. Вот он делается, этот Т-образный разрез, вот берется вот этот щиток, вставляется матрица. Но начинается так, что потом? Почечка эта проснется, и когда она будет расти, она будет жалкой, несчастной, пользы нет. А чтобы была польза, надо что сделать? Вот здесь выше ее отрезать полностью. Вот. И тогда... Вот она. Еще раз, не обижайтесь, я нашел прекрасную фотографию. Почему? А очень просто, друзья. Если этот доктор наук взял эту... Доктор наук настоящий, у меня же все есть. Это все легко подтвердить, воспроизвести. Но я специально не показывал ни разу его физиономию. Он доктор наук, он взял этот саженец. Наверное, один из лучших, да. И на наших глазах посадил в яму. С бортиками, вот, сказал, что так садится яблоня, груша, груша это точно сгниет, это его уровень, он не знает, что груша сгнивает, но как он мог взять в руки вот это вот, ну как его называют, ореху, а ведь это и есть прививка почек, окулировка, вначале вживили, вот она, видите, а потом вот это отрезали, вот он отрезал, вот. Ну разве этот способ годится для России? А он-то нам это показывал. А саженцы эти шли на продажу, он не просто так. Да, доктор наук, но кушать все хотят. Вот вам, пожалуйста, а теперь смотрите. Мирослава, кажется, это вы написали, что где-то в вашем университете какой-то доктор наук отказался. Я примерно цитирую. Это очень важно, я такие вещи никогда не пропускаю. А виноваты вы. Зачем писали про этого доктора? Что он отказался провести курс из 5 академических часов, потому что 5 часов это мало, значит он не заработает. А я вам уже за несколько минут сколько времени сэкономил, и вы теперь знаете вот это самое. Лучевая капиллировка, капиллировка, остальное, глаза-то есть, что тут непонятно. И прививка почка. И вот эти вот ненадежные способы, потому что торцы оголены страшно. Так же, как здесь оголен прививка почкой, он самый распространенный. И в основном вся продажа идет именно вот этих саженцев. Ну, сколько я времени потратил? 5 или 7 минут? Ну, ладно, 8. Ну, хорошо, 10.
Вот он 5 академических часов. А что бы этот бы доктор наук в университете вашем бы рассказывал, который отказался читать лекции? Он бы каждый бы обсосал вот этот способ, кроме одного. Он бы никогда не сказал, что это смертельный прием для современной России, когда сбоку врезается, как угодно, встраивается, можно так, можно вот так, можно вот так, вот так можно. Вот. Но страшный торец – это приговор. И вот так, ладно, 11 минут. А теперь представляете, наша дама-то еще не закончила письмо. Потом она еще закончила курс Елены Арифуллиной по лесным садам. И вот она пишет: «Боже мой, сколько же я тогда знала! Просто голова пухла от знаний. Казалось, у меня есть ответ на любой вопрос. Кроме того, как заставить что-то расти на нашем сухом, обдуваемом ветром участке». Вот так. Короче, только практика, еще раз практика, выработала мой собственный подход к ведению хозяйства. Вот. Ну и вот я первый абрикосик я отжарил. Ну, уже на том спасибо. Да не боятся менеджерцы ни черта, не боятся ни ваших сухарей. Вот. Ну и все. Вы поняли, сколько человек потратил лет на то, чтобы подойти к истине. А истина, вот они, курсы железа, как она их назвала.